не только торнадо и вертолет, новые данные о потерях россиян на Змеином. Появились новые данные о потерях российской армии при бегстве с острова Змеиной 30 июня. Операция ВСУ на острове продолжается и закончится после того, как военные полностью зачистят остров от оккупантов. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на заявление руководителя Координационного пресс-центра сил обороны ОК Юг Натальи Гуменюк. Так, убегая с острова, россияне потеряли 4 ЗРПК «Панцирь С-1», 2 ЗРК «Тор» РСЗО «Град». Радиолокационные установки. По ее словам, на данный момент операция ВСУ на острове продолжается. Цель ВСУ – установить полный контроль над Змеиным. Всем понятно, что географическое положение острова специфично, поэтому для того, чтобы мы утверждали, что держим над ним контроль, нам нужно обезопасить свои подразделения, в том числе от ударов вражеского флота и вражеской авиации, рассказала Гуменюк. Как сообщалось, российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы. В итоге Одесскую область в четверг, 30 июня. ВСУ полностью освободили от российских оккупантов. Остров Змеиный до того дня оставался единственной оккупированной территорией в регионе. До этого стало известно, что ВСУ на острове Змеиной уничтожили ЗРК ТОР, один из катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.